мои обязанности входят переработка, обработка зерна до семенного материала. Контролировать процесс работы полностью. Быть внимательным, следить за переработкой, за процессом переработки, за тем, чтобы не поступало зерно, чистое зерно, мусор. Сейчас АПК – это не только, что было 50 лет назад. Здесь уже используются высокие технологии наравне с космическими, а это уже будущее. Мне нравится, что я работаю в такой современной компании.